Приветствую вас, друзья, на канале Коллекция монет. Очередная биметаллическая монета. Монета Мексики. Номинал монеты 5 песо. Год выпуска 2009. Материал монеты биметалл, центр алюминиевая бронза. Кольцо нержавеющая сталь. Гурт монеты гладкий. Отношение аверса к реверсу монетное. 180 градусов. Вес монеты 7,7 грамма, диаметр 25,5 мм, толщина 1,9 мм. Отчеканена монета на монетном дворе города Мехико в Мексике. Вышла данная монета в составе серии юбилейных монет, посвященная столетию революции. Чеканилась эта серия в период с 2008 по 2010 год. И посвящена героям революции. Один из героев революции изображен на этой монете — Андреас Малина Энрикес, мексиканский политический деятель, историк, публицист. По образованию был он юрист, работал нотариусом, судьей, являлся представителем радикального крыла революционной демократии. Публицистическая деятельность и его основной труд «Важные национальные проблемы» оказали большое развитие на революционные мысли в Мексике и свержение диктатуры Диаса. В ходе мексиканской революции 1910-1917 года Малина Энрикес находился в рядах революционной армии. Как член учредительного собрания 1917 года активно выступал за национализацию земли, поддерживал революционных крестьян, которые требовали проведения радикальной аграрной реформы, принимал участие в редактировании 27-й аграрной статьи Конституции 1917 года, ну и много других работ. И журналист, ну как публицистических, журналистских в его исполнении было. Умер он в 1940 году в возрасте 74 года. Ну а на монете портрет Андреаса Малины Энрикеса, о чем гласит внизу надпись под портретом. Слева номинал 5 песо, справа год чеканки 2009 и знак монетного двора. Вверху название серии «Столетие революции». Внизу надпись «Мехико 2010». На оборотной стороне орел со змеей, герб Мексики. И надпись «Соединенные Мексиканские Штаты. Estados Unidos Mexicanos». Средняя цена на данную монету 150 рублей и может отличаться в большую и меньшую сторону. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. До новых встреч.